مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحظة في الذاكرة، ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة من جديد البروفيسور سيرجي سافيليف. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам признаю, что все предыдущие программы, они были очень популярны во всем мире. И нам выслали большое количество вопросов для вас, но сейчас мы сначала покроем с вами те две темы, заявленные на эту беседу, а потом, если вы не против, перейдем к вопросам, потому что, на мой взгляд, некоторые очень интересны. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о том, как отличается мозг мужчины от мозга женщины. И сначала я просто хочу зачитать вам, ну, самое, казалось бы, современное, самое последнее исследование. Может быть, для вас, конечно, тут ничего нового нету. Но вот, как тут написано в статье, большая коллаборация нейрофизиологов из Израиля, Германии, Швейцарии и США на основании анализа данных структурной магнитно-резонансной томографии мозга 1400 мужчин и женщин пришла к выводу, что не существует сугубо специфических особенностей центральной нервной системы, присущих тому или иному полу. Мозг каждого индивида представляет собой мозаику, в кавычках, состоящую из черт, как более характерных для женщин, так и для мужчин. Или равным образом встречаются у обоих полов. Как вам кажется, это как бы что-то новое они открыли, или это было известно раньше, или это вообще неправильно? Нет, они то, что заявили о том, что магнитно-резонансная томография позволяет не увидеть разницу между мужчинами и женщинами, это совершенно верно. Метод непригоден для установления разницы. А какие пригодные методы? Дело в том, что они подтвердили, в общем, очень старую идею о том, что если измерять мозг по весу или линейкой, то никакой объективности данных получить нельзя. Я поздравляю, ребята хорошо отчитались за полученные деньги. Можно только поздравить. Да. Вот. А относительно содержательной части... То есть не нужно было коллектив собирать из 5 стран, чтобы установить такую истину? Нет, такой коллектив надо обязательно было собрать для того, чтобы потратить крупные деньги, которые, видимо, они получили на это исследование. Понятно. То есть, иначе говоря, на самом деле это негодный метод, негодными средствами решают негодную для этих методов задачу. На самом деле разница есть. Эта разница известна стала задолго до того, как эти ученые, с позволения сказать, родились. Вы когда слышите компьютерная томография, там большие приборы, огромные, там все, вы начинаете верить в эти мигающие лампочки. На самом деле разрешение это методов какое? Средние методов, вот те, которые не использовали, 250-300 микрон. Самый лучший томограф, который сейчас создан совсем недавно, он там дает разрешение 100 микрон, но при этом надо там чуть не сутки лежать под ним. То есть это очень низкоразрешающие методы. То есть это то, что видно глазами. Четверть миллиметра мы видим глазами. На самом деле с разрешением в четверть миллиметра отлично работали анатомы в 19 веке, пользуясь максимум лупы, а можно и без лупы. Вот. И показали, собственно говоря, результаты несколько иные. И не на тысячи больных или здоровых людей, а на многих тысячах. Дело в том, что еще в 19 веке задались вопросом, а вот отличается мозг мужчины от мозга женщины? Ну ведь явно есть какие-то различия. Мы же видим в повседневной жизни. И тогда решили их поискать. Начали искать, естественно, самым простым образом. Доставали мозг и мужчин, и женщин после смерти, и его взвешивали. Первое наперво. Ну и достаточно быстро выяснилось, что мозг женщин легче, чем мужской. Ну тогда тут же ведь много всегда есть так называемых, и в те времена было, диванных теоретиков, которые ничего не знают, ничего не умеют, но любят пообсуждать. И тут же сказали, ну как же, женщины все чуть-чуть меньше, чем мужчины. Хотя, по-моему, мужчины тоже разные очень. Вот. И вот, мол, где это связано с размерами роста. Произвели специальное анатомическое исследование во Франции, в Германии, в Голландии, в Италии. И показали, что нет, женский мозг действительно меньше, даже если учитывать массу тела. То есть не, это не связано, маленький женский мозг меньше, чем мужской, связан не с тем, что кто-то, женщины тоненькие, худенькие, хотя я видел уже совсем другое часто, вот. А из-за того, что это реальное снижение. Начали исследовать и приматов, начиная с конца 19 века, и особенно в 20-м. И оказалось, что и у приматов, то есть у высших человекообразных обезьян, у шимпанзе, орангутанов и горилл,
Мозг у самок тоже меньше. И это тоже не связано с массой тела. Что же произошло у людей? Когда стали собирать данные по всему миру, оказалось, что во всех странах мозг женщин всегда меньше, чем мозг мужчины. Это не связано с массой тела. И легче. То есть он легче. Легче по весу. Масса меньше. Вы говорили о том, что разница может быть от 300 до 200 граммов. Нет, немножко... В зависимости от региона. Да, в зависимости от региона разница может быть от 30 грамм, то есть совсем незначительная, скажем так. Оказалось, что у разных наций, у разных народов масса, то есть вес, иначе говоря, если на бытовом языке, мозга у женщин всегда меньше. Насколько? Минимальные различия 30 грамм. Это у некоторых североевропейских народов. Ну и, кстати говоря, вот на территории Российской Федерации, теперешней, даже у разных народов, да, европеоидной части, тоже около 30-40 грамм. А вот в других странах, там, скажем так, южноазиатского, африканского региона, латиноамериканская территория, но мы не имеем дела с метисами, только этнически чистое население, там разница достигает 250 грамм. То есть у нас существует различие между женским мозгом от 30 до 250 грамм. Это очень много. 250 грамм – это мозг шимпанзе, на самом деле. То есть средний шимпанзе обладает таким мозгом. То есть это очень серьезная разница. И, конечно, она не может не сказаться на поведении. Это однозначно. Теперь другие центры, которые мы можем найти разницу. Но в первую очередь это центры, связанные с полом. Потому что половой диморфизм, я надеюсь, эти славные ученые из пяти стран не отличают, что у нас генетические различия с женщинами есть. Ну, если они хотя бы этого не отрицают, уже хорошо. Значит, есть различия. В первую очередь различия в так называемой половой сфере, половой, тех частях мозга, которые отвечают за половое поведение. Это так называемая лимбическая система. То есть это не кора, вот это вот, да, а лимбическая система. Там самая архаичная. Да, самая архаичная, то, что досталось нашим далеким приматным предкам еще от рептилий. У рептилий многие там компоненты есть. Что, в чем же дело? У меня несколько лет назад защитил докторскую диссертацию один из врачей, которому было поручено исследовать как раз ту часть лимбической системы, которая меньше всего исследована на предмет полового диморфизма. Это так называемые сосцевидные тела. Это два таких образования небольших, которые находятся в основании мозга и относятся к лимбической системе. Так вот, различия начинаются не в форме сосцевидных тел и даже не в их размерах, что могли увидеть эти исследователи, а на гистологическом уровне, на клеточном уровне. И там это очень хорошо видно, что женский там мозг лучше сохраняется, там разница по клеточным элементам очень четкая. И она достаточно велика для того, чтобы... Пример. Для того, чтобы различить мужчину и женщину, по гистологии, то есть по срезам под микроскопом этих структур, не видя, кому принадлежит мозг, и не зная об этом. То есть есть же очень простой критерий. Вы можете отличить по структуре морфологической того или иного отдела мозга, найти половой диморфизм или не можете? Вот в данном случае сосцевидные тела такой инструмент дают этим компонентам. То есть лимбическая система, связанная с половой системой, непосредственно определяющей половые интересы, он у женщин действительно, там, например, стареет быстрее. Понятно, как это складывается с женскими циклами, там, продолжительностью жизни, с климактерическим синдромом и со всем остальным. То есть, иначе говоря, в нашем мозге, да, существуют структуры, которые подвержены половому диморфизму, но это отнюдь не то, что видно в томограф. То есть с помощью линейки и рулетки, как в XIX веке, это не найти. Для этого должны быть регулярные гистологические исследования мозга. Вот одно из таких сделано у меня в лаборатории. Оно показало, что эти различия есть, и они четко совпадают с изменением женской физиологии, скажем так, на протяжении женской жизни, как при созревании, так и при старении. Как это отражается на, условно говоря, модели поведения в жизни, как женщины, так и мужчины? То есть есть определенные стереотипы, например, что мужчины в целом более творческие, чем женщины. То есть часто приводят примеры, что вот нет ни одной женщины великого композитора, нет ни одной женщины великого художника. Да? Но даже поэзия, ну, во многом, конечно, мужчины
идут впереди женщин и так далее. И они вот таким образом объясняют, что в принципе женщина никогда особо не была творческим созданием, в отличие от мужчины. Это каким-то образом вытекает из той морфологии, которая была изучена? Да, конечно, вытекает. Здесь как бы есть сначала самое общее представление о мозге и о женском, и о мужском. Дело в том, что, ну, во-первых, генетические различия есть, и какая цель-то у женщин? У женщин основная, одна из основных целей – репродуктивная, то есть воспроизведение. Это сложное дело очень. И когда говорят, мужчина там сделал какое-то высказывание, да, там, в течение всей своей жизни, а у женщин высказывание – это ее дети, вообще-то. И, собственно говоря, для этого все и приспособлено. Поэтому женский мозг намного надежнее, если уж сравнивать с мужским. И есть для этого основания. Какие? Значит, если мы посмотрим на изменчивость мозга, ну, то есть хотя бы по массе, по размерам структур, то выяснится, что у мужчин мозг очень изменчив. То есть если строить кривую нормального распределения, то она будет такая очень большая. А у женский мозг намного менее изменчив. То есть мужчины, скажем так, за свои творческие начала платят тем, что их мозг очень изменчив, а значит, очень уязвим. Посмотрим на эмбриональное и плодное развитие человека. Мужчин-то оплодотворяется, это заводится, в 1,5-2 раза больше, чем женщин. А при рождении цифры почти равны, куда половина мужчин девается. Ненадежность морфогенеза, связанная с хромосомными различиями, приводит к тому, что примерно половина мужских зародышей погибает или внутриутробно, или после рождения. Из-за чего? Плата за гигантскую изменчивость. Зато эта изменчивость в какой-то критической ситуации дает мужчинам с большими вариациями строения мозга способ адаптироваться, приспособиться к изменяющимся условиям, в том числе и спасти женщин. А у женщин более узкая задача, она репродуктивная. Основное высказывание – это рождение детей, перенос генома в следующее поколение, другого способа нет. Ну и поэтому у нее организм построен по очень надежному типу, поэтому, собственно, 2X-хромосомы, они дублируют друг друга, и многие болезни поэтому на женщин не распространяются, только передаются по мужчинам. Вот эта надежность, она, к сожалению, за нее приходится платить. Платить, в первую очередь, снижением изменчивости мозга. То есть женский мозг более консервативен, менее изменчив, но более надежен. К сожалению, за нее приходится платить. Платить, в первую очередь, снижением изменчивости мозга. То есть женский мозг более консервативен, менее изменчив, но более надежен. Конформичен. А конформичен он по другой причине. Здесь нужно чуть-чуть углубиться в представление о развитии, эволюции человеческого мозга. Чуть-чуть. Дело в том, что само мышление творческое, о котором мы говорим, досталось мужчинам в виде бесплатного бонуса от женщин. Вот это вы могли бы развить эту мысль, потому что я в нескольких ваших книгах читал об этом, но мне, как человеку не из этой области, очень трудно понимается вот это. Хорошо. Что вы имеете в виду под побочкой такой, да, под побочным эффектом? Объясню. Дело в том, что творческие области – это у нас что? Это очень часто говорят лобные доли. Кроме лобных, еще нижнетеменная – это чисто человеческие области, которые у приматов или очень плохо выражены, или не выражены совсем. То есть поля и подполя, которые находятся у человека, они имеют или там в 20 раз больше их относительный размер, или вообще там подполяние у большинства приматов, даже высших, отсутствует. То есть это чисто человеческое приобретение. То есть здесь прямая корреляция между вот этими областями и творческим началом. Которое... А откуда они взялись, эти области? В первую очередь, у лобная область. Достаточно посмотреть на эксперименты разнообразные. И в первую очередь нас волнует анорексия. Значит, функции лобных долей открылись достаточно давно, еще до Второй мировой войны, из-за того, что стали изучать вопросы анорексии, отказа от пищи. Ну, сейчас это очень модное дело, когда девочки для того, чтобы оказаться фото или там подиумными моделями, отказываются от пищи. И доходят до очень низкого веса, потом начать есть не могут и умирают. Так вот, еще до Второй мировой войны и сразу после очень много занимались психохирургией, то есть прямого вторжения в человеческий мозг для лечения тех или иных болезней. И что оказалось? Вот этих анорексийных девушек нельзя заставить есть. Понятно, да? И они умирают. Это сейчас во всем мире происходит. Хотя их лечат лучшими там седативными препаратами, там психотерапевты и другие мелкие жулики, они, значит, вокруг этого всего крутятся.
Но это мало помогает. А раньше что делали еще в 60-х годах, и сейчас даже это продолжают делать, по-моему, в Мексике, психохирургические операции. Поэтому у кого есть такая проблема, поезжайте туда. Что делают? Делают надрез на височную область. Говорят, на себе не показывайте, но я с удовольствием это всегда делаю. Значит, туда возят острый скальпелечек и подрезают связи лобных долей. И что происходит? Женщины через несколько дней начинают спокойно есть. Более того, через пару месяцев восстанавливаются женские половые циклы. И практически она возвращается в норму. То есть разрушение связей лобных долей с остальным мозгом восстанавливает у нее нормальное и пищеварение, и все остальное. При этом, как ни странно, сильных поведенческих изменений у них не отмечали. То есть это говорит о ценности лобных долей для женщин. Потому что эти лобные области не для интеллекта. Они возникли в эволюции для подавления желания отнять пищу. То есть это область тормозная, которая заставляет женщин долгие годы выращивания своих потомков делиться пищей. Понятно. То есть есть лобные области у женщины очень хорошо развиты. И это не для того, чтобы она решала математические задачи. У неандертальцев таких проблем не было. Да у эректусов и у пятикантропов, у них другие были проблемы, как бы выжить, как бы вырастить потомство. И если эта область большая, значит, женщина будет долго заботиться о своем потомке, первом, втором и третьем. Она вырастет его до полового созревания, ну, сейчас до 50 лет, как известно, выращивают потомков. Да. Вот. И после этого, значит, она гарантирует перенос своего генома в следующее поколение. Это биологический процесс. И вот чтобы делиться пищей с родственниками, лобные долгие годы, потому что человеческие детеныши растут долго. И возникло это приспособление. И был механизм эволюционного отбора. Кто не заботился, мамки не заботились, а их дети, они сами погибали. Все. Но поскольку же у нас есть половой диморфизм, и поэтому мы же обмениваемся геномом каждый раз при половом процессе, поэтому и мужикам достались лобные области в качестве бесплатного бонуса, потому что я не очень замечал, чтобы мужчины рожали или очень долго воспитывали заботливо своих детей. Есть, конечно, исключения, но это редкость. В основном, конечно, тут поведенческие различия очевидны. То есть мужчины как добычки рассматриваются, ну и к тому же им не надо рожать и так много детей времени уделять детям. Они им достались, но они стали пользоваться совершенно по-другому. Конечно, они нет, чтобы для чего-нибудь хорошего, да, заботиться о женщине. У них гораздо больше времени на то, чтобы заниматься другими делами и не выращивать. Потом. Конечно, конечно, они стали они сначала. Стали задействовать это в интеллектуальной и прочей сфере, которая связана с. Ну, ресурс-то огромный, представляете, лобная доля, вот эта вот нижняя часть ассоциативная, она же колоссальна. Женщина думает, как накормить, вот, вот уже третьего мне сделали, ну, вот как бы его накормить, по сути, обеспечить. Дела, ведь, как бы, издревле задачи были у мужчин гораздо более обширные, чем у женщин. Если задача у женщин была, ну как накормить, как сохранить и так далее, то у мужчины, в принципе, потому что вы говорили про математические задачи, но ведь в принципе даже по тем временам сродни было решение математическим задачам, потому что, чтобы выжить, чтобы добыть пищу, чтобы, скажем так, предотвратить там набеги соседних каких-то там приматов и прочее, нужно же очень много вариаций просчитать. Конечно, конечно. Для того, чтобы поэтому, выбрать наиболее лучший из вариантов. Да. По сути дела, это даже математика. Да, ну так отсюда математика родилась, из-за расчета событий. Да. То есть и у мужчины стали использовать как раз для выживания. То есть получается так, что мужчинам досталось в качестве бесплатного бонуса, но они тут же воспользовались. Это пошло на пользу всей популяции, всему виду, потому что они стали использовать их не просто для предсказания выращивания потомка и обеспечения, а для более глобальных вещей. Ну, это дальше пошло веселее, там, да. Медь, сталь, порох, бумага и ядерное оружие. В общем, все, что можно. Хорошо, я сейчас хочу зачитать просто фрагмент из вашей книги. Значит, для мужчин специфической оказалась полигамия как статистический подход к проблеме переноса генома в следующее поколение. Это связано со способностью быстро оплодотворять большое число самок и дистанцироваться от выкармливания и первичной социализации потомков. Да. Можно ли, исходя из этого, ну, вы дальше пишете, что у женщин в принципе то же самое, но до начала, скажем так, до появления потомства, потом ей уже не до этого, ей уже да, не до полигамии, по сути. Можно ли сказать, что я просто читал разные труды, где говорится, что с эволюцией человека постепенно от моногамных связей
ну, скажем так, люди уже стали переходить все больше и больше со временем к моногамным связям. И действительно, если мы посмотрим, там у царя Давида, там у Соломона была толпа по 100 жен, кроме наложниц. И если мы идем ближе в истории, сегодня уже все-таки полигамия, она не так распространена, как раньше. Можно ли показать, что, в принципе, эволюция мозга, в том числе, конечно, прежде всего, двигает человека ближе к моногамии? Или это просто такие вот тормозные зоны, которые этому способствуют? Я бы сказал, что это скорее социальные выдумки. Было бы, конечно, удивительно, если бы к этому двигалось. Речь-то о чем идет? Если есть такая возможность, то мужчина, конечно, готов оплодотворить какое угодно количество самок. И идея моногамной семьи – это на самом деле идея полурелигиозная. К этому надо относиться совершенно по-другому. Зачем это нужно? Ведь религиозность и религия вообще-то тоже плод так или иначе мозговой деятельности. Да, зачем нет. Это эволюционно понадобилось? Эволюционно понадобилось? Ограничивает количество жен, имеется в виду. Это вопрос структурализации общества. Чем вы более компактную сделаете ячейку, тем проще ее контролировать. Чем менее компактная, тем сложнее контролировать. Больше ничего. Система... Да, тем больше требуется дискредитация. То есть дискретное общество должно быть максимально дискретно. Почему на Западе процветает индивидуализм? Почему? Кино, телевидение, литература построены на искусственном возвеличивании человеческого индивидуализма. Чем более индивидуализирован человек, тем больше его, проще его контролировать. И когда семьи были большие и прочее. Она очень плохо управляема. То есть, если вы строите государственную иерархию, то чем больше семья, тем меньше она управляема. Вот и все. Поэтому любое государство, любая вертикаль власти пытается максимально разделить население. И идеальный вариант – это минимальная семья, то есть когда мужчина, женщина и дети. То есть в этом случае уже ниже дискредитировать нельзя. То есть уже все это вот. И вот на это все построено. То есть это один из эволюционных приемов организации больших социальных групп. Кстати, в религии то же самое, мы с вами говорили об этом, что когда возникла проблема организовывать наднациональные группы, потому что этнически различаются, один черный, другой белый, третий коричневый, чем желтый. Но если ты им предложишь одинаковую религию с выдуманным началом, ну, например, как в христианстве душа, ее никто не видел никогда. Это не только христианство. Но это везде, любая теологическая концепция. Значит, и душа, они все души одинаковые. Вот я просто специально увязываю вопрос, который я сейчас задаю, с вопросом женского и мужского начала и разницы, потому что, в принципе, как я понял из ваших книг и из других, что эволюция, она вполне прагматична. Абсолютно. И нужно как можно больше воспроизводить. Но религии стали двигаться в том направлении, что жена одна. Вот в христианстве, например, это же контрпродуктивно с точки зрения эволюции человека. Зачем ограничивать потомство, когда можно, условно говоря, как у древних евреев, там, ну, потом арабы тоже ограничили до 4, хотя их было до этого больше гораздо и так далее. Потом вообще пришли сегодня к системе одной жены. Это контрпродуктивно с точки зрения эволюции. Да, но вопрос, на что действует эволюция? Здесь дело в том, что чем более вы дискредитируете, то есть разделяете человечество, тем индивидуальнее может действовать отбор. Потому что, естественно, что папа, у которого 40 детей, а если у него зарыт хороший сундук с деньгами, он будет поддерживать их всех, и здесь будет плохо действовать этот отбор. А если у него один ребенок, тут все ясно. То есть у нас по Гегелю переход количества в качество. Ну да, по сути дела, да, но и чем дальше эволюционный процесс идет, потому что отбор мозга не прекращается, наоборот, усиливается, тем более дифференциально надо воздействовать, чтобы отбирать людей с нужными способностями. Именно поэтому тотальные войны с тотальным истреблением населения, которые процветали в Западной Европе, там, в Северной Африке, в Азии, когда там истреблялись семьи, там, как в Китае, до пятого колена. Все вообще. То есть вот это все сходит на нет. Почему? Потому что эволюции стало ясно, что индивидуальная изменчивость очень высока и в одной семье. И поэтому нужно все более и более дифференцированно даже истреблять себе подобных, когда это нужно. Поэтому тотальные войны очень вредны, и, собственно говоря, их все меньше ведется. الآن ونتابع حديثنا في الأسبوع القادم. حسنا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور سيرجي سافيليف. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.